I'm here for you, James. See? I'm real. Я, конечно, не заядлый фанат сюжета Silent Hill. Но первой моей игрой был Silent Hill Homecoming. Потом Downpour. Потом меня занесло фанатскую алхимию от первого лица. Я прошел второй Silent Hill. Мне понравился Origins после второго прохождения. Меня очень удивил Shattered Memories. Я добрался до Silent Hill 1 с PlayStation 1 консоли. Тоже я тогда. В CME поиграл мои квадраточи. И это мой взгляд на игру Silent Hill 2 Remake, то есть переосмысление, то есть улучшение атмосферы и усиление общих впечатлений от игры для фанатов серии Silent Hill. Для тех, у кого игра не запускается по причине Unreal 5 ошибки, я могу подсказать, что нужно сделать для запуска. Спрашивайте в комментариях, скорее всего, я вам подскажу. Игра вышла в раннем доступе на 2 дня раньше версии Deluxe Edition 6 октября. Какой нужен ПК для прохождения игры? Какая видеокарта будет тянуть сие произведение? Игра сделана на новом движке Unreal Engine 5. Но не спешите расстраиваться те, кто пользуется видеокартой 1050 Ti. На низких настройках графики, Full HD, с DLSS или TSR, игра выдает консольные 30-35 FPS. Управление при этом на геймпаде не желейное, а если серьезно, можно снизить разрешение до 900p, тем самым стабилизируйте себе FPS. Владельцы видеокарт Radeon RX серии 470 или 570 также не обделены. При Full HD разрешении с включенным TSR увидят в игре 39-45 FPS, согласитесь, уже неплохо. Соответственно, GTX 1060 будет схожа по производительности. GTX 1660 будет выдавать более стабильный FPS и порадует вас неплохой картинкой. Тем, кто владеет RTX 2060 Super или RTX 3050, удастся увидеть FPS ближе к 55-60 кадрам, с включенным DLSS, но пресет уже качество или баланс. В современных играх также важен ваш процессор. В тестах избыточный по производительности Ryzen 7600. А вот минимальным по требовательности игры, наверное, выступит процессор Ryzen 5 2600. Я же играл и тестил игру прямо на стриме, на видеокарточке RTX 3070. Игра идет нестабильно со стримом, FPS колеблется от 56 до 78. Windows у меня установлен на жесткий, а игра на SSD. Статеры, подгрузки секундные. Короче, смотрите отдельные видео с тестами 3070 не у меня. Теперь о впечатлении и параллельно про настройки игры. Я давно не играл в новинки, и последней была Resident Evil 4 Remake. Понравилось очень, больше оригинала. Новый движок Unreal 5 увидел впервые на примере Silent Hill 2 Remake. Туман в игре Silent Hill всегда у меня вызывал восхищение. Особенно он красив в Silent Hill 2 оригинале. Он густой, как клубы дыма наворачивался на тебя, тем самым создавал эффект неизвестности, одиночества в игре. Ты блуждаешь, как замкнутый, вокруг тебя клетка, и только подойдя ближе, ты видишь все новые кусочки неизведанного города. Что же в ремейке видно? А видно все. Данные с прорисовки – это хорошо. Но туман отнюдь не пугает. Все видно, все теперь проглядывается. Как по мне, раньше было лучше. Эффект неизвестности исчез. Тени. Тени должны добавлять атмосферы. Уж тем более появился RTX. На примере 4070 Super с включенным RTX видна ли разница? Скорее нет. А ведь это ремейк 20 лет спустя. Ставим тени на максимум. Что изменилось? Почти ничего. Все объекты на карте стоят как декорация. Особенно машины. Весь хром, колпаки дисков, все блестит как новое. В городе, где жизнь замерла уже как 20 лет, мы идем
по проселочным улицам. Под ногами грязь, которая весело нам фыркает. Все предметы сложены аккуратно. Ничего не напоминает? Напоминает оригинал, где в 2001 году не могли сделать лучшее. Движки игр были примитивны, но сейчас-то возможности море. Увы, все по шаблончику. А кстати, где эффект зернистости пленки, который в принципе главная фишка Silent Hill? Даже функции такой нет. Ну да ладно, зато на персонажа можно смотреть, которого видно только до пояса, который выглядит как офисный работник, который двигается как солдатик, повторяет одни и те же движения руками. Весь причесан, не уставший от жизни. Ведь он же не жену ищет пропавшую, а с работы идет. Ой, но ведь это же ремейк игры про чувства, эмоции, одиночество, копание в мыслях своих. Нет? Нет. Я пытался изучать все уголки. Графика-то классная. Качество текстур – мое почтение. Ставишь на низкий – и никакой разницы. Но раньше ты набредал на бутылочку с лекарством случайно. И это вознаграждение. А тут все. Просто локации смотришь, и только в сюжетных местах есть аптечки. Я добрался до города. Да, тут графика решает. Все дома, лестницы к ним. Вот как будто ты в этом городе очутился. Очень правдоподобно. И этот как зайчик с двумя анимациями ручек и ножек. Топ-топ, топ-топ, топ-топ. Так засмотрелся я на это все, что заблудился. И пришлось мне перезагружаться. Боевка с рогами обычная. Адаптивные триггеры, если у вас есть DualSense 5, работают даже на ПК. Забавно, но не более. Пару раз вас ударили, уже персонаж тяжело ранен. Освещение, тени и новые ощущения от движка. В помещении сделано все классно. Даже на минималках выглядит реалистично. Но мир как неживой. Все выглядит как декорация, как пластиково. Может, я в Alan Wake играю новый? Или Silent Hill 2 ремейк? Где тут особенность? В оригинальном Silent Hill 2 свой движок. А теперь что? Все игры на одно лицо. Где уникальность? Где фишечки? Теперь тебе нужно стереть память, чтобы понять, что это Silent Hill 2. Тебе нужно увидеть самому. Через стрим нет тех ощущений. Я добрался до музыкального автомата. Склеил пластинку. Тьма еще не наступала. Пирамид Хэт еще не здоровался. Как расценивать игру? Да просто это бродилка экшен. Так что я бы просто поиграл. Увидимся на стримах. Еп. Yep.